Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1329, события дня. Псалом 72, 25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Вот объявление. Затормозить и можно просчитать. Переписка тут Вячеслава. Просто прочитайте и увидите как. Такая переписка, тут много было, что прошедший день был очень большим днем. Закончили полностью, что могли, работу на шлюзе. Все снимали. Потом перешли на дамбу второго мостика. 8 промывов сделали, так сказать, куда вода может стекать с дамбы.
И потом поехали и увидели поселок Никита Устинов. Мы поговорили, во сколько он загоняет коров на отдых вот, днем. И решили зайти, съездить за Неводом. Съездили там, разгрузили, главное. Взяли Невод. Один раз зашли, 80 кг вытащили. Тоже все заснято. Ну, еще вернулись с рыбой. Давай всем раздавать. 13 кг бедро. Потом давай ремонтировать дорогу, тоже засняли. Там я развозил на велосипеде рыбу, гальян. Мелкий, крупный, разницы нет для нас. И карасик. И так вот день закончился. Большой день. Многое пришлось сделать. Жара была, как говорят, аномальная. Ну, так обошлось благополучно все. И все на этом прошедший день. Алексея Устинова, ребятишки, Варлам и Назарий, мы их хотели взять на рыбалку. Они побежали, там пока переодевались, что мы сигналили, их нету, без них уехали. Все, пока.